ка рус-туркакан бевере, ев ка хайкакан азгаин бевере. Существуют российско-турецкий полюс и армянский национальный полюс. Мы являемся армянским национальным полюсом, а в российско-турецкий полюс входят Пашинян, Кочарян и остальные вместе взятые. Есть одно народное предание про двух воришек от насельчан, Цело и Быгдо, которые каждое утро бронятся, днем избивают друг друга, а ночью вместе идут на кражу. Никому и в голову не придет, что они сообщники, потому что днем они ругаются и бьют друг друга. И сложно представить, что они могут по ночам быть братьями по преступлению. То же самое и в данном случае. Все играют свою театральную роль и обезьяничают. Прошу прощения за такое высказывание, но нужно положить этому конец. Довольно. Мы не можем оставить судьбу наших детей и будущее нашей Родины на милость этим антигосударственным шутам, карьеристам, подлецам и чревоугодникам. Этому не бывать. Не для того мы прошли этот тяжелый тысячелетний путь, полный стольких лишений, страданий, поражений и побед, чтобы очутиться в светлом 21 веке, чтобы вдруг нас смогли вовлечь в эту грязную игру, сбили нас с толку и водили за нос, а в конечном итоге уничтожили. Не выйдет. Это исключено. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.